Мы предполагаем, что приглашенные руководители, должностные лица соответствуют тому спектру вопросов, которые, возможно, есть у вас. Я предоставляю слово начальнику УВД Брестского облсполкома генералу Острейко Александру Вячеславовичу. Мы можем с Коршунова и начинать, и заканчивать. То есть эту тему никто не скрывается. Все вопросы будут даны ответы. В общих чертах, если охарактеризовать прошедшие наши дни, значит, ну, начиная с 9 числа текущего месяца, после проведения определенного этапа политической кампании в Республике Беларусь, несмотря на те предупреждения, разъяснения по мерам ответственности и предложения о выражении своего мнения, желания или каких-то оценочных факторов в рамках действующего законодательства, определенная часть граждан решила это провести иным способом, который шел вразрез с теми нормами права, которые утверждены в Республике Беларусь. Поэтому эти действия 9, 10, в какой-то мере и вчера 11 числа были сопряжены с грубыми нарушениями общественного порядка в рамках действующего уголовного законодательства, административного законодательства, и силами органов правопорядка, органов внутренних дел предпринимались меры по предотвращению данных действий, наведению общественного порядка. И те меры реагирования, которые были направлены, они достигли своего результата, своей цели. Оперативная обстановка, общественный порядок в городе Бресте был под контролем, и жизнедеятельность, процессы жизнедеятельности были не нарушены, жизнь граждан не была поставлена под угрозу, и соответствующие меры реагирования будут проводиться в дальнейшем, то есть правовая оценка действиям участников этих массовых мероприятий уже дается на начальном этапе, и эти действия будут продолжены. А далее тезисно выступили представители службы и организации города Бреста. По 9, 10, 11 мероприятия, связанные с беспорядками, которые были подняты в зрение ПЧС, не проводили. Да, мы дежурили, но ликвидации, пожары, загорания, связанные с беспорядками, не было. Имуществу города Бреста был нанесен значительный ущерб. Суммы мы еще уточняем. Конечно же, будут поданы иски для конкретным виновным. В местах массового, сказать, беспорядка было очень много мусора. Это тоже дополнительные траты. Это тоже будет все оценено. И виновным конкретным будут предъявлены, конечно же, иски по возмещению ущерба, который понесли именно мы. Обратилась около 100 человек. Всем оказано помощь. Это были ушибы многие ткани. Травмы, конечно, с грудной клетки, живота. 20 человек и был госпитализирован. На котором он проживался в операции. Травмы были практически в основном внутренней степени тяжести. В настоящий момент в учреждениях здравоохранения находится 23 человека. Вы это хотели сказать? Да, погибшие есть? Нет. В учреждения города в реанимации никого нет. Брест-Вутранс, как оператор перевозок, у нас центр управления, у нас есть информация по движению транспорта. И в случаях заторов мы направляем по тем улицам, по которым движение открыто. В принципе, по срывам рейсов не столь значительно. По вчерашнему дню там 20 рейсов сорвано, но ситуация находится под контролем, в принципе, по движению в том же режиме работы. С 8 августа были отмечены значительный рост трафика, поступающий из-за границы. Были отмечены кибератаки, особенно на сайте государственных органов, также на оборудовании биотелефона. Хорошо, конкретный вопрос. Биотелефон предпринимал какие-либо действия для блокировки внешнего канала? Компания Биотелефон принимала все необходимые действия для восстановления доступа в сеть интернет. Причем, еще раз акцентирую внимание, доступ в сеть интернет был. Просто были затруднения к определенным ресурсам. И сразу же в диалог вступили корреспонденты. Александр Вячеславович, ответьте, пожалуйста, за что задержан корреспондент 2 Станислав Коршунов? Где он сейчас находится? Когда его выпустят? И что происходит за облавом журналистов?
Сразу начну с вашего последнего вопроса. Никаких облав журналистов не проводится вообще. Если ваш коллега, ну, я так понимаю, исходя из вашего вопроса, вы обладаете информацией, что он задержан. Если ваш коллега задержан, значит, во время нахождения при проведении массовых мероприятий он нарушил действующее законодательство. А именно, не был обозначен в соответствии с нормами жилетом, где прописано отношение к средствам массовой информации, и при себе не имел удостоверения, которое подтверждает его официальную аккредитацию и работу по данному направлению. Возможно, если вот эти вот функции... Все, я могу отвечать дальше? Пожалуйста. Вот. Продолжаю свой ответ на первоначальный ваш вопрос. Значит, если было произведено задержание, значит, вы осуществили следующее нарушение, которое я уже перечислил. Если у вас есть подтверждающая информация, что это было не так, то в рамках рассмотрения в судебном заседании вы можете ее предоставить. И суд изучит ту информацию, которая была в момент задержания, и те нарушения, которые будут предоставлены, и вашу информацию, если вы будете ее предоставлять с той точки зрения, что она другая. И изучив все эти обстоятельства, суд примет решение, было в действиях вашего коллеги какое-то нарушение или нет. В настоящий момент, называя вот эти факты, что при нем было, как он был обозначен, вы тоже руководствуетесь собственным мнением, а не конкретными фактами, которые у вас есть. А чем они у вас подтверждаются в настоящий момент? Вот. Поэтому я и предлагаю вам, если вы себя определяете как свидетелем, больше никто здесь себя свидетелем не определяет? Вот. Я вам называю конкретное ваше действие. Судебное заседание, приходят свидетели, заявляют свои показания и демонстрируют вину и... Секундочку, еще раз говорю, и демонстрируют иную информацию, которая подтверждает или опровергает какой-то факт. По всем фактам, если вы считаете, что есть какие-то факты нарушения законодательства, вы можете обратиться в соответствующие органы. Только не так голословно, а с указанием конкретных лиц, конкретных фактов, по которым необходимо привести. Я же еще раз вам говорю, если есть... Еще раз вам говорю, если есть какие-то претензии и обвинения, вы можете обратиться с соответствующим заявлением, а не с голословными обвинениями. Было ли право на применение такого количества светошумовых гранат на проспекте Мажорова? Там жилой квартал, там живут люди, дети там в квартирах живут. Вы знаете, что стало психически с детьми? Все? Я имею в виду, я просто спрашиваю, вопрос закончен. Значит, использование специальных средств, оно строго регламентировано действующим законодательством. И факт их применения, принятие решения их применения и необходимость их применения используются только когда действительно наступают все условия, которые это обуславливают. Так вот, те действия, которые в том месте, которое называют, они в первую очередь были сопряжены с нападением на сотрудников органов внутренних дел с целью попыток причинения им телесных повреждений, завладения их спецсредствами и табельным оружием. Поэтому для того, чтобы остановить вот эту разъяренную и, так сказать, критически настроенную толпу, эти спецсредства применялись. Сколько есть тех, кто поступил в медучреждение, ранее в медицинском пути? Такой четкой статистики. Остальное, как это травма мягких тканей и травматические повреждения. В обычном месте. Что? Не что? Хирурги пули доставали? У меня есть сведения о травматических повреждениях. Что? О травматических повреждениях. А у вас нет сведений? Нет. Нет. Александр Александрович, вы сказали, что организаторы, участники беспорядка, все, кто нарушали общественный порядок, понесут ответственность. У меня вопрос. Понесут ли ответственность сотрудники милиции, которые, как выяснится, неправомерно производили задержания, били людей и так далее? Значит, по фактам массовых беспорядков, сопротивления сотрудников милиции, фактам хулиганства возбуждены уголовные дела.
не только в Бресте, если так же по общей характеристике, и в городе Пинске, и в городе Барановичи, но если говорим конкретно про Брест, в Бресте тоже они возбуждены. И в рамках расследования данных фактов следственными органами, я уже не за свое ведомство говорю, но в целом констатирую нормативную базу, в рамках расследования уголовного дела сотрудниками следственных подразделений будет даваться правовая оценка действиям с обеих сторон. Почему? Если мы говорим, что действия одних лиц связаны с нарушением, а вторые с пресечением, то порядок и законность пресечения тоже должна быть подтверждена нормативной базой. Поэтому в рамках расследования этих уголовных дел будет даваться правовая оценка действиям обеих сторон. Какие силы ОМОН и милиции были задействованы в этих действиях? Только не говорите, что это военная тайна. И второй вопрос. Если люди, которые выйдут после заключения, после судов, начнут писать заявление на неправомерные действия милиции, как это будет рассматриваться? И будет ли это рассматриваться вообще? И не будет ли футбол со стороны судов и милиции, и прокуратуры? Значит, по первой части вашего вопроса. В наведении порядка в организации реагирования на нарушение законности в городе Бресте использовался личный состав подразделений УВД Брестского облсполкома. То есть та часть сотрудника, которая проходит службу в городе Бресте, она использовалась по своему предназначению. Все. То есть те сотрудники, которые стоят в штате в своих подразделениях, подразделения ОМОН, подразделения территориальных подразделений Брестского, Ленинского, аппарата УВД, вот эти сотрудники только использовались и участвовали в наведении порядка. Что касается вопроса обжалования решений, которые будут приняты, или действий сотрудников органов дел, опять же, у нас в нашем нормотворчестве есть определенная позиция. Действия с заявлением об противоправных действиях сотрудника органов внутренних дел можно обратиться в Следственный комитет. Это норма прописана, и это, она ни от кого не скрывается, и ей пользуются люди постоянно, не только в рамках вот этих правонарушений, и в своей жизнедеятельности в результате возникновения иных ситуаций. Далее, это правда или это ложь? Подразделение внутренних войск на территории города Бреста вчера заступало на службу без табельного оружия. Почему власть не видела таких мер, чтобы попытаться нарушить правонарушение, а протестующих? Это первая часть вопроса. Вторая часть этого вопроса, мы сейчас рассматриваем следствие задержания, поломанные скамейки, убитые улицы, это следствие. Причина этого, что люди не могут выразить свое мнение на законном месте. У них нет вариантов, чтобы не перейти на улицу, не выйти в толпу и только таким образом пытаться диспозировать. Где в прессе можно официально, легально, законно и мирно, у нас есть примеры законности и мирных критиков, выразить свое несогласие с результатом. Значит, отвечаю, что в Бресте были определенные места для проведения массовых мероприятий, и в частности парк воинов и традиционалистов абсолютно реализовал это назначение, и, по-моему, вполне там нормально. В дальнейшем, значит, после электоральной кампании будет работать закон о проведении массовых мероприятий. С учетом уже проведенной электоральной кампании, возможно, мы внесем какие-то корректировки в места, где можно проводить митинги. Вместе с тем посыл такой, что коль не разрешили митинг, я должен ломать скамейки и разбирать мостовую, кидать булыжники в административные здания, в личный состав. Это потому что мало мне демократии, это абсолютно неправильный посыл. Я считаю, что это здесь нет прямой связи в этой ситуации. Власть исполнительная города Бреста в период электоральной кампании, в период выборного процесса была на рабочих местах. И, в принципе, принимала максимальные меры по минимизации какого-то недопонимания. И, в частности, сегодняшняя наша встреча проходит по инициативе как раз городского исполнительного комитета. Это я отвечаю. И в дальнейшем я буду использовать максимальное это здание, свои полномочия для нормального цивилизованного общения, а не для того, чтобы метали камни, чтобы били стекла, стреляли этими фейерверками в личный состав. Это крайность уголовно наказуемая. А кто 9 числа обратился с заявлением для того, чтобы провести что? Даже просто первоначальное действие. Если мероприятие надо организовать, надо обратиться в соответствующую
государственного управления с заявлением на разрешение. Кто скажет, что 9 числа кто-то обратился с каким-то, до 9 числа обратился с каким-то заявлением, чтобы начать процесс в рамках действующего законодательства? Ведь никакого призыва в телеграм-каналах, что выходим, собираемся, проводим, высказываем, были. А кто вот скажет, что мы, наша организация, общественная, политическая или кто-то, обратились с целью, чтобы нам разрешили. То есть идея обращения и начала процесса в законодательном русле даже не рассматривалась. Я это думал где-то там, далеко на Западе, понимаете? Но когда это уже произошло в Бресте, конечно, это очень печально, и мы сделаем выводы о причинах этого. Если устранение всех причин – это проведение митинга в городе Бресте, ради бога, мы будем эту тему обсуждать и решать. Ну, в каком, да? То есть, ну, любой такой незаконной акции, там, неважно, любого политического, в митинге есть свои провокаторы. Неважно, за кого они там работают, это второй вопрос, там, на Госдеп, там, МОСАД и так далее. Так или иначе, это те люди, они есть всегда, везде, я думаю, что они и сейчас, возможно, были, которые, да, бросают тот самый первый булыжник, после которого уже начинается заваруха, и мы не можем сказать, кто первый бросил этот камень. У меня вопрос. Милиция, ну, наверное, еще и органы госбезопасности, но милиция. Есть оперативные сотрудники, опера, которые работают и вот, вычисляют этих провокаторов. Как ведется работа в этом направлении, именно оперативно? И можно ли говорить, что сейчас вот, на этой конкретной акции не были такие провокаторы, которые кидали первый булыжник. Может быть, уже установлены такие лица? Я с уверенностью, ну, в рамках, потому что еще раз говорю, это немножко не моя подведомственность, и я не имею права называть конкретные факты и фамилии с учетом расследования уголовного дела, но я с уверенностью вам говорю, что ту фактуру, которую вы приводите, она имела место. То есть мы говорим, что в рамках возбужденного уголовного дела будет даваться правовая оценка не только участникам этих действий, но и лицам, которые это организовали, руководили, и, ну, будут отвечать немножко с другой степенью ответственности. Но эти лица не в полном объеме, но определенная часть их уже установлена, и проводится дальнейшее оперативное действие по их установлению. И причем это позиция, которая, ну, задокументирована и будет доказываться определенным спектром доказательств, а не какими-то там единичными фактами. Вопрос о людях, которые пострадали от действия правоохранителей, по данным корреспондентов, таковых в Бресте немало. Для того, чтобы вы говорите, что кто-то пострадал, нам... Секундочку. Если вы говорите, что если кто-то пострадал, нам этот факт надо или подтвердить, или опровергнуть. И дать иную оценку мы не можем, понимаете? Вы говорите, что кто-то пострадал. А как мы можем дать оценку, если у нас нет лица, который пострадал? Какую оценку можно давать? Ну, подождите, вы говорите, что люди собираются, цели профилактики, задерживаются, просят их уйти и так далее. Но если люди стреляют, где профилактика? Стреляют на улицах, по домам. Ну, у нас этого подтверждения этой информации нет. Профилактикой насилия, те действия, которые вы говорите, не являются. И эти действия органы внутренних дел с целью профилактики не проводились. Микроавтобусы для несения службы сотрудниками органов внутренних дел использовались. А о тех фактах, которые называете вы, мне необходимо провести проверку и проверить, имели ли место в первую очередь эти факты, а если имели место, то кто там находился. Мы будем проводить проверку по каждому факту обращения конкретного лица. Для того, чтобы уточнить все обстоятельства, которые он называет, найти пострадавшее лицо, которое заявит, какие противоправные действия в отношении его были совершены. И меня попросили открыть галерею. Что у вас на телефоне? Галерею. Галерею. Не попросили галерею открыть. Вы открыли? Что у вас такие фотографии? Вы открыли? Я сказал, что я... Считайте, что к вам просто обратились, вы не выполнили просьбу, пошли дальше, никакой дальнейшей конфликтной ситуации не было. А если бы к вам кто-то обратился с просьбой, с какой-либо просьбой там что-то одолжить или дать,
вы отказали и пошли дальше. Это что, так существенно нарушили ваши права или нет? К вам обратились, вы ответили отказом и не выполнили эту просьбу. Ну, это ваше право. Я считаю, нормальная функция, нормальное действие, если это были сотрудники, они вежливо вас попросили предъявить, что при вас имеется, убедили, что вы не совершаете никаких противоправных действий, и вас отпустили. Это вежливо, культурно и внимательно. Я вообще не вижу здесь никаких правонарушений. На протяжении всей встречи все корреспонденты возвращались к задержанию коллеги, корреспондента Тутбай Станислава Коршунова. Я Стас знаю давным-давно, и мои коллеги его знают давным-давно. Не думаю, что он представляет какую-то опасность для правопорядка, для города, для области, для страны в целом. Вы можете его сегодня... Подождите, я все, что могу вам, ну не обещать, а констатировать вот ответ на ваш вопрос, что по возвращению с пресс-конференции я изучу обстоятельства и вникну, как говорится, в дальнейший процесс рассмотрения данного материала. Я вам говорю, что я вернусь и изучу этот материал, и изучу все обстоятельства, которые там прописаны. Виктор Павлович, вот смотрите, вот список журналистов, да, под номером 8 Коршунов Станислав Аркадьевич, то есть, в принципе... Мы тоже его ждали. Хорошо. Ничего личного. Спасибо за такой ответ. Мы надеемся, что все-таки эта проблема разрешится. Реально, вот эти события, которые происходят в Бресте, произошли, они в том числе, конечно, воздействуют и на меня, как на руководителя. Я был бы просто абсолютно неправ, если бы я сказал, что ничего страшного, как работать, так и будем работать. Во-первых, я убедился в здоровом нравственном составляющем ядре наших горожан-брестчан. И то, что мы увидели, радикальное проявление, это разберутся правоохранители и судебные структуры. В подавляющем большинстве брещане – это хорошие, красивые, замечательные люди. Но, с учетом вот того, что вы говорили, конечно, мы, городская власть, сделаем нашу работу еще более прозрачной, еще более диалоговой, вот в том числе и в этом зале, это я вам обещаю. И вот сегодняшняя встреча, даже не столько пресс-конференция, наверное, как наша встреча, да, это начало вот этой работы. Я говорю в пределах своей компетенции о городе Бресте. Вам просто это обещаю. Что касается Станислава Коршунова, я с ним тоже в очень хороших отношениях. Я тоже сейчас, вот, учитывая этот момент, ну и по линии УВД и так далее, я тоже приложу максимум сил, чтобы в этой ситуации каким-то образом завершить. А дальше будем разбираться. Городская власть сделает выводы, и абсолютно мы заинтересованы, чтобы было гармоничное общее взаимопонимание городской власти и наших горожан. То, что есть проблема, я ее не отрицаю. Будем, естественно, в рамках наших полномочий городских встречаться чаще. Я вам это обещаю. Лариса Осмолович, Александр Воронин, специально для программы «Букинформ».